чего люди взяли, что не святой? Because he was a saint. Потому что он был святой. Откуда они знают? He's not decided by anyone. But how do they know? How people knew? Where are you going now? Куда тебя это приведет? Я не могу понять логику, почему он его назвал святым, если он на всех кричал, проклинал, а чего же он все святым называет? В чем он проявился? Если у нас нет чувства разделенности, нас никто не может раздражать. Catch the essence. You now you're going into different direction. Обхватите суть. Сейчас вы куда-то в другую сторону движетесь. По той стороне. I like something that he says. If you're angry, go for a long walk. Идите на прогулку. Пойдите на длительную прогулку. Until it disappears. Пока она не исчезнет. Because it's basically energy. Потому что это просто энергия. Distorted by a thought. Которая была искажена в мысли. And if that doesn't work, если это не поможет, then you sing the name of God at the top of your voice. Тогда прославляйте имя Бога очень громко. If that doesn't work, если это не поможет, you have a cold shower. Под холодный душ. If that doesn't work, stand in front of the mirror. Встаньте напротив зеркала. And see how ugly you look. И посмотрите, как ужасно выглядите. And it will go. So, he's saying, look at yourself in the mirror. That's a reflection of your inner state. When you become aware of it, it disappears. This is what life is. Жизнь об этом. Mirroring your inner state. Жизнь постоянно вам как зеркало отражает ваше внутреннее состояние. So more you become aware of that inner state. Чем больше вы становитесь осознанным, то вы осознаете свое внутреннее состояние. Less those situations will be around you. Тем меньше этих ситуаций неприятных, так сказать, будет вокруг вас. Because we're attracting them. Потому что мы их привлекаем, притягиваем. Because we have it in our mind. Потому что это в нашем уме. Like a magnet. Как магнит. The ego is looking for food. Эго ищет пищу. To fight with. С которой можно, ну, чтобы потягаться. Руки отбить надо. Что-то не как-то хитрое, не как-то хитрое. Но ты знаешь, понимаешь.
Don't touch him. Не трогайте его. Don't touch the ego. Не трогайте его. Not electric current. Это как электрическое напряжение. Don't put your finger in the plug. Не надо палец в розетку. Like a river. Это как река. Let it flow. Don't jump inside. Не прыгайте внутрь. You'll take your way. В воду, потому что она вас унесет. Emotion, feelings, thoughts. Эмоции, чувства, мысли. I like waves. Так как волны. Come and go. Приходит и уходит. Big waves, small waves. Маленькие, большие волны. Good thoughts, bad thoughts. Хорошие мысли, плохие мысли. Come and go. Приходит и уходит. Don't grab anything. Не хватайтесь ни за что. Anyone. Ни за кого. It's there. Это есть. Remember the example? And this is attachment. Это привязанность. Помните этот пример? Это привязанность. Bondage. Оковы. And this is attachment. Это непривязанность. This is wisdom. А это мудрость. You can still have it. Все еще можете этим обладать. You just don't do that. Просто не делайте этого движения. Не хватайте. Concentrate. Но приходит опыт. Личность. Да! There is a habit to grasp. There's a habit to grasp. Now is mine. Now is mine. Да, есть привычка хватать, и это ум. Это привычка в уме. Now your happiness depends on an object. И тогда ваше счастье зависит от объекта. Or a person. Или от человека. If the object is there, если объект там, you are happy. Вы счастливы. If it's not, если нет, you are not happy. Вы несчастны. Busy hand is a hand that is lost. Полная рука – это рука, которая потеряна. Еще раз повторить, вот на прошлом перерыве сегодня была тема затронута насчет четырех состояний. Это сон, сновидение, что еще состояние наблюдателя, и говорилось о том, что о состоянии, которое выше это состояние, не помню, название. Турия. И еще Турия. Тит. Тит. Еще раз можно? Например, кто-нибудь более доступный. Yes. I'm sitting here. Я сижу здесь. And something is happening. Что-то происходит. And I start thinking about that, what is happening. Я начинаю думать о том, что здесь происходит. And I witness that thought. Я наблюдаю за этой мыслью. This thought is witness. То есть эта мысль, она наблюдаема. Because you are not what you think. You are the witness of your thoughts. Потому что вы не являетесь тем, что вы думаете, вы наблюдаете свою мысль. Вы являетесь наблюдателем своих мыслей. Когда вы думаете, but suddenly, thought disappears. Но вдруг мысли исчезают. There is nothing to witness. То есть нет больше ничего, что можно наблюдать. There is no place for the witness. Нет места наблюдателя. The witness also disappears. Тогда наблюдатель тоже исчезает. And that is to read it.
И вот это и есть турикет. Perception without mental activity. То есть восприятие без умственной активности. You are that itself. Вы есть это на самом деле. Вы есть это. Your natural state is a transcendental state. Ваше натуральное естественное состояние — это трансцендентное состояние. You are always in that state. Вы всегда в этом состоянии. You just think something different. Вы просто думаете что-то другое. You observe the mind, you witness the mind. Вы наблюдаете ум, вы свидетельствуете, вы видите этот ум, вы понимаете его. So the rise is there witness. Мысли поднимаются, и они вы наблюдаете. You don't get involved. Но вы не вовлекаетесь. Hmm? And then what you witness disappears. Да, то, что вы наблюдаете, исчезает. Witness also disappears. Тогда и наблюдатель тоже исчезает. What is left? Что остается? Я-я, правильно. Остается состояние «я есть», awareness. Ощущение, осознание. Сознание осталось. And nothing is seen separate, it's just... И ничто не воспринимается как нечто отдельное. Separation starts when the thought «I» arises. Отделение начинается, когда мысль «я» появляется. «I» and «you», you see? Когда появляется мысль «я», появляется мысль «ты». And I'm here, you are there. Я здесь, ты там. And you and I are separate now. There's a space between you and me. And all that is thoughts. Участие в ситуации, постоянно быть наблюдателем. Этот зов поднимается изнутри. Within awareness. Из сознания. Разве это неестественное? Ну, получается, это неестественное желание участвовать в этой ситуации, там, мысленно или как-то? It depends. Зависит. For example, Ramana Maharshi. Например, Рамана Махарши. Spend most of his life sitting on a couch. Он провел в основном всю свою жизнь, он провел сидя на кушетке. Doing absolutely nothing. Ничего, абсолютно не делая ничего. Абсолютно ничего. People didn't know who was more quiet and who was more still, either him or the stone where he was sitting on. Люди не могли даже отличить, кто был более тихим, более спокойным, более неподвижным, он или камень, на котором он сидел. He refused everything. You try to put food in his mouth, he will reject it. So it depends upon the person. Everyone came into existence with a particular purpose. And that purpose will be fulfilled. И это будет исполнено. Значит, нужно каждому знать, с чем он пришел? We came here to... Remember that explanations are given depending on the point of view. Now we are going into a different level with your next question. Не забывайте, что объяснение дается в зависимости от понимания человека. То есть сейчас какие-то дальше, глубже из-за этого вопроса. The purpose of human life is to find out who we really are. Смысл человеческой жизни в том, чтобы осознать, понять, кем мы являемся на самом деле. When you realize that, there is nothing left to do for you in this life. Когда вы это реализовываете, осознаете, больше ничего нет в этой жизни, чтобы вам нужно было здесь сделать. The game is over. Игра окончена.
you still have to live. Вы все еще должны жить. And you still have to keep the body alive. И все еще должны поддерживать жизнь в теле. You have to feed it. Нужно его кормить. You are the Lord. Вы или работаете. Or beg. Или просите милости. Well, some kind of effort should be there. Какие-то усилия должны быть. Должны быть приложены. But there is no particular purpose in your life. Но больше нет какой-то определенной причины в вашей жизни. And at the end, you are the master of your own destiny. So what is that that you want? Nobody knows that. Nobody knows that because there are so many choices. That we don't know what to become. Мы не знаем, кем стать. So many ideas. Столько идей. Now we don't know which one to choose. Не знаем, какую выбрать. Fate. Вера. Something that is happening and is created by a separate entity called God. That's an illusion. Что-то, что случается, это создается чем-то отдельным, которое, что мы называем Богом. Это иллюзия. That's written in Yoga Vasishtha also, no? Написано в Йоге Васиште тоже. Divine dispensation is nothing but the result of your past self-efforts. What is dispensation? Divine dispensation is when somebody... Divine delivering. Божественная раздача. Да-да-да. Божественная раздача — это не что иное, как результат вашего мыслительного процесса в прошлом. To blame a separate entity as the responsible of your life. Обвинять отдельное существо, ну как Бог, как бы обвинять его, что это он в ответе за вашу жизнь. Those who thinks in that way. Те, кто думает таким образом. Are worse than ours. Хуже осла. This is what the scripture says. Это то, что написано в Писании. It's not me. It's a great sage called Vasishtha who said, I'm quoting only. Это не я, я только цитирую. Ну, вообще что, это великий. А фактически у нас есть правила игры, как добиться осознания, но как бы мы просто долго к этому все идем, да? You are consciousness. This is your body. And this is your mind. And this is your life. It's entirely up to you. But we are listening to something else, someone else. Or we are looking into the closet of the past. Прошлый, этот шкаф. I want to be like this or like that. Я хочу быть такой, или как это, или как... Like он. Him, like her. Как он, или как она. If you grew up in a poor family, in a poor situation, если вы выросли в бедной семье, в темноте, the image of your life, это ваш образ жизни, вы только так это воспринимаете. You identify yourself with it, вы с этим себя отождествляете. And that is me. As long as you have that image in your mind, that life situation will go on there. So we either don't know how to think better, or we don't know how not to think at all. Мы либо не знаем, как думать о чем-то лучше, либо мы не знаем, как вообще не думать. Это сложно понять, потому что ведь есть тот орган, которым происходит размышление, и как-то... То есть, наверное, это какая-то глупая практичность, что хочется использовать, а раз оно есть. The brain is not responsible of the thinking. Он не в ответе за наше мышление. The brain only receives the information, the impulses, thoughts. А мозг, он только
он только принимает эту информацию, которую мы называем мыслями. And the body reacts according to it. А уже тело реагирует в соответствии с этими, с этой полученной информацией. Your life. Ваша жизнь. Your universe. Ваша вселенная. Is coming from within. Все это появляется из вас, изнутри. It's created by you. Это создано вами. Красивая. It's nice. It is beautiful. There is a guy called Henry Ford. You know who is Henry Ford? Right. He said, whether you think that you can or you cannot, что бы вы ни думали, если вы думаете, что вы можете или что вы не можете, either way, you are right. В обоих случаях вы правы. Look around there. Смотрите вокруг. What happens when you get enlightened? Что происходит, когда вы пробуждаетесь, просветлены? You don't want anything for yourself. Вы ничего больше не хотите для себя. It doesn't make any difference. Нет уже никакой разницы. Then perhaps you will do something for the surroundings. Тогда, возможно, вы будете делать что-то для окружающих. This is why they become teachers. Поэтому такие люди становятся учителями. Because they find that perhaps the only thing that is worth doing is to help other people to get rid of their ego. Потому что тогда они в таком состоянии, они понимают, что может единственное, чем стоит здесь заниматься, это помочь другим людям избавиться от их эго. That is the best service we can do to humanity. Это лучшее служение, которое вы можете сделать для человечества. To help humanity to get rid of their ignorance. Помочь человеку избавиться от его невежества. If there is no ignorance, если нет невежества, there will be no poverty, there will be no suffering, there will be no misery. Не будет бедности, страдания, несчастья. Скажите, а что является кормой невежества? The idea that your reality is limited to this particular individual form. I am the body idea, that is ignorance. Believing that you are the form, you are ignorant of your reality, of yourself. Таким образом вы игнорируете свою реальность, свою истинное я. Скажите, пожалуйста, да, а как мы можем ответить на вопрос, если вот кто я? Как ответить? You are the answer to the question. Являетесь ответом на этот вопрос. When you ask this question to yourself, когда вы задаете себе этот вопрос, it's a thought. Это мысль. Этот вопрос – это мысль. As soon as the thought "Who am I?" disappears, there is your answer. Там ваш ответ. А исчезает и забывается это одно и то же? When it disappears or you forget about it, it's the same. Когда исчезает, вы об этом забываете, это да. Но кто-то встал в руку. Why?
Что вы что? Потом снова что? Снова приходит вопрос. Вопрос? Which question? Какой вопрос? Oh, я. Ask yourself and see what happens. Сейчас задай себе этот вопрос, кто я, и посмотри, что произойдет. Я говорю себе, что я душа. Then I'm asking myself, I'm soul. No. I don't asking you to a thought cannot be an answer. Мысль не может быть ответом на этот вопрос. What is I? Что такое я? Who am I? Кто я? Это я. I is mind. Я — это ум. Ты задаешь себе вопрос, кто это мысль, кто это я? Are you here? Ты здесь? Yes. Да. That is a thought. Это мысль. I am here. Я здесь. That is a thought. Это мысль. And what is the root of that thought? А какой корень этой мысли? Identification with form. Отождествление с формой, с телом. You are formless awareness. Ты бесформенное осознание. When you identify yourself with the body, когда ты отождествляешь себя с телом, you think you are the body. Ты думаешь, что ты тело. It's a thought. Это мысль. It's the idea that you have of yourself. Это идея, которая у тебя есть о себе. I. Я. Mind. Ум. Now. Теперь. In this moment, в этот момент, look for the mind. Поищи ум. Посмотри, где поищи. Но мы ищем все равно при помощи ума. It's difficult. Why is difficult? Because you don't find it, no? Почему сложно? Потому что ты не находишь его. What happens when you look? Что происходит, когда ты ищешь? For the mind. Когда ты ищешь. Mind is I. Ум это я. Who is this I? Кто это я? What is this I? Что это я? Look что at такое? It. Посмотри, look at что it. Это? Это безгранично много. This a lot. A lot of what? Boundless. Ну что-то такое, я не знаю. Something like that. I can't explain. There is no thoughts. Но мыслей там нет. What are your thoughts when you investigate about the mind? Куда где твои мысли, когда ты начинаешь исследовать, спрашивать себя, что такое ум? Do it calmly. Делай это спокойно. 15 seconds only. Только 15 секунд. Look and see if you can find the mind. Посмотри, можешь ли ты попробуй поискать ум и посмотри, сможешь ли ты его найти. Мне кажется, что я не знаю, что я ищу. I feel like I don't know what I'm looking for. What is the mind? Ты где живу? What is experience? Что ты чувствуешь? Какое переживание? Светлое. Светлое переживание. Like experience is nice experience. Nice experience, right. Светлое переживание. If you look for the mind, you cannot find the mind. Ты ищешь ум, но не можешь его найти. В этом весь смысл. Right. That's right. That's right. Who am I? Is who is this I? Когда мы задаем себе вопрос, кто я, имеется в виду это я, которое мы думаем о себе. I means mind. Это получается я, это мысль. Who is the mind? Who is this I? Когда ты задаешь себе вопрос, кто это я, что это за ум, что это за мысль я, то, что я думаю о себе, это я, где оно, что это, кто я? And it disappears. И она исчезает. It's just not there. Просто нет там. What is there? А что там нет? When the mind disappears, what is there now? Когда ум исчезает, что там нет, остается? Легкость.
Lightning. That's all. And then the man was there, and you believe it, it was you. Well, I am here and all that, and blah, 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 so many years of blah, 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 no? And then you come here, and then we see what is this blah, blah, blah all about. And it disappears. You switch on the light, darkness disappears. Switch on the light, and see what the mind is. And you will find that there is no mind. I mean, the mind is not the real I. Yes. And this is what nobody understands. And then people ask intellectual questions. About this and about that. Karma. Reincarnation. And free will. And why this? Why that? Who is saying so? Who wants to know about all that? Who is this I? Mine. Look at it. I disappear. And then the question about karma, dharma, free will, destiny, future, past, it's not there, it's just peace. And perhaps you will start becoming aware of a world that was there that you haven't seen before. Because we were so busy, looking into the mind and building castles on the air and projecting our mind into the future, etc., etc. С помощью своего ума создавали какие-то воздушные замки, строили проекты какие-то на будущее и так далее. Ну вот животные не задают никаких вопросов. Они что, просветленные все? Откуда вы знаете? That is exactly my point. В этом и есть весь... Вот я об этом и говорю. If I answer that question, either positively or negatively, what benefit will you get? Information. Great. Now I know more. I have more knowledge. And then, can you give me more knowledge, please? Speak about Tantra. Speak about Jantra. Speak about Tantra. Speak about chakras. About Kundalini. About reincarnation. About manifestation. About creation. How far would you go? And then you got all this information. The only thing that you will have is more empty space filled with information. More information in the hardware.
больше информации на жестком диске. So that will not make you become or to be more enlightened. Но это не поможет вам стать более просветленным. Whatever you know, все, что вы знаете, neither adds nor takes away anything to who you really are. Ничего к вам не прибавляет и не отнимает от того, кем вы являетесь на самом деле. The only thing that is really worth knowing in this life is yourself. Единственное, что действительно стоит знать в этой жизни, это кто вы. Know yourself. Знайте, познайте себя. Know yourself as being the self itself, познайте consciousness себя, itself, God itself. Познайте себя как сознание, как Бог, как Бога, как сознание. And let's see the question about doubt, fear, obstacle, I can, I cannot will arise. Тогда посмотрите, появится ли вопрос, какие-то сомнения, переживания, проблемы, или могу, не могу что-то сделать и так далее. What is your name? Yes. It is your mind. Это ваш ум. But it's not who you are. Но это не вы, это не то, кем вы являетесь, это ваш инструмент, ваш ум. My mind. My paper. This mind. It's not me. See? It's my name. Это моё имя. It's not who am I. Это не то, кем я являюсь. My personality. Это моя личность. It's not what I am. Но это не то, кто я есть. In reality. В реальности. And the mind, as she says, is not boss anymore. Тогда ум больше не является вашим боссом, начальником. This is how you know who you are. Таким образом вы познаете, кто вы. By interrupting the wheel of thoughts. Прерывая это вращение этого колеса мыслей. And when you do it, there is silence. А когда вы это делаете, am I right? Там тишина. Так. This is why you were saying, when I feel something like, you know. Поэтому говорят, я чувствую что-то такое, писать не могу. I don't know what it is, but it's cool. Я не знаю, что это такое, но это классно. It is yourself. Это вы есть, это ваша истинная природа. But you cannot see it. Вы не можете это увидеть. You cannot look at it. Вы не можете на это посмотреть. It's not an object. Потому что это не объект. It is who you are. Это то, кем вы являетесь. And yet you cannot know it. И в то же время вы не можете это познать, знать это. You only can be it. Вы только можете этим быть. To know it means to be it. Знать это, другими словами, это значит быть этим. I can see my body. Могу видеть мое тело. I can be, I am aware of my body. Я осознаю свое тело. And I am aware of my mind. Я осознаю свой ум. Я его. But I am not aware of myself. Но я себя не могу осознать. Simply because I can't. Потому что невозможно. And it's natural. Это естественно. Because awareness has no form. Потому что у сознания нет формы. Awareness has no name. Нет имени. And yet it's there. Тем не менее оно там. It is nothing. Это ничто. And yet it is alive. В то же время это живое. It's life itself. Это сама по себе жизнь. It's like the electric current. Это как электрическое напряжение. It is there. Оно есть. But you cannot see it. Но мы не можем его увидеть. It is who you are. Это то, кем вы являетесь. I feel something here. Я что-то чувствую.
No, if it feels cool. You start smiling, no? Just your cheeks became red and your eyes were shining. Yes, something glows. Glows, like a glow. Something shines through. But you still think somehow that you are the body, that you are Елена. Все еще как-то каким-то образом вы думаете, что вы что вы еще вот Лена, вот это тело. But I'm seeing that it's Лена who is feeling it. И вам кажется, что это Лена, которая это чувствует. But it's not Лена feeling it. Но это не Лена это чувствует. You are what you are feeling. Вы то, что вы чувствуете. And вы этим и являетесь. And it's that who is feeling Лена. И это то, что чувствует Лена. It's that who feels through Lena. Это то, что чувствует через Лену. Who experience everything through Lena. То, что испытывает все, переживает все через Лену. Is that consciousness who is living Lena's life. Это то сознание, которое живет жизнью Лены. You haven't come to that. Сегодня первый раз пришли, да? Yes? Завтра. This natural. Это естественно. It just feels weird. Это просто ощущается, как что-то странное. It feels new. Или новое. You are sitting there. Вы там сидите. It's no thoughts. Нет мыслей. They don't come. Не приходят. They just don't come. Просто не приходят. It feels strange. Такое странное состояние. To be free from thoughts. Быть свободным от мыслей. My God, not so much space yet. Сейчас пространство тут. Ну вот ходили кадры, у меня спросят мое имя. Ты как зовут наше тело? Просто не заболел. You say nice to meet you, I am Lena, or I am Caesar. Вы скажете, приятно познакомиться, меня зовут Лена или Цезарь. But I know that that's not myself. Но я знаю, что это не мое истинное я, что это не я, это мое, оно же не я. I'm just playing. Просто играю. He won't want to say something, no, because now we have to finish. Я не, я пришел послушать. No, I came to listen. Мне просто интересно, из ваших слов, мне кажется, что вы считаете, что наше сознание это и есть мы, как электричество. Оно просто есть. Но в электричество есть электростанция, откуда она берется. И до тех пор, пока сила, которую перерабатывает электростанция, не приходит на электростанцию, электричество не идет. И электростанцию поставили люди своим сознанием. It's not coming and going from anywhere. And this electric station was built by people. I understood. But consciousness is... Consciousness... Можно сделать вывод, что нету вас отличного от меня. Да? Я просто для себя это хочу понять, что нету вас отличного от меня. Но я знаю, что я отдельно от вас. И вы тоже отдельно. И вы даете всем этим людям знания, потому что вы им обладаете, а люди им не обладают. This electric current is not coming from anywhere. Это электрическое напряжение, оно ниоткуда не приходит. This self
which is life, is not coming from anywhere. It is a life from where everything is coming from. It has no beginning, it has no end. It was never created. It always existed. It's not coming from elsewhere. It is the source from where everything is coming from. Life is the source of life. It's not coming from anywhere. Nobody made a place, so it, this source can, electric current can, this life can come in. From where the wind is coming from? From nowhere. Но это правда. Слишком много знаний. Вы есть. You are. И я есть. I am. Very good. Но мы не одно и то же. Тело другое. Тело разное. You are. I am. Нет, вы душа. Вы душа. Вы понимаете, что вы душа? I am confused. You're talking about I and you. What do you mean by that? Из ваших слов мне просто кажется, что нет той личности, которая была бы отдельно от какой-нибудь другой личности, что мы все переживаем одну и ту же реальность. Наша реальность разная. You misunderstood the whole point. Вы просто не так поняли. Я пытаюсь понять. Я задал вопрос. Вы на него не ответили. Я сейчас задал вопрос. I'm telling you that you got a complete misunderstanding. Я отвечаю вам, что вы полностью запутались. I tell you one more time. I have been speaking for 3 hours. Я вам еще раз объясню. Я говорю уже 3 часа. And whatever I said to you, it went elsewhere. И что бы я вам не говорила, что бы я не говорила, так вот еще ушло. I'm telling you, you haven't understood. You say, according to your words, I'm understanding this. I'm telling you, no, it's not what I meant. То, что вы сказали, то, что я имел в виду, неправильно? Ну, каждый слышит своими ушами, понимает меру своей сообразительности. Есть вероятность, что каждый, кто слушал, понял не то, что вы говорили. No, the understanding is only one. The way to explain it may be different. I express it in a different way, someone else express it in a different way, but the content, the essence is the same. Silence is silence. And everybody experiences silence in the same way. It is just silence. You cannot make an interpretation of silence. Thoughtless state is thoughtless state. Состояние без мысли это состояние без мысли. Это правда. Exactly. Now, thoughtless state. Состояние без мысли. Is your natural state. Это ваше естественное состояние. It is who you really are. Это то, кем вы на самом деле. And that is not a person. И это не личность. And that is not a soul. И это не душа. It's not a story. What do you want me to do? What do you want from me? What are you doing here? Я пришел сюда, потому что мне сказали, что вы в городе, мне стоит на вас посмотреть. Я пришел сюда. Я пришел себя показать. Выглядит хорошо, правда? Что вы об этом думаете? Я думаю, что здорово, что существуют люди, которые способны рассказывать людям на уровне их понимания то, что они хотят услышать, потому что иначе мы не смогли бы переживать все многообразие людей.
All faces of illusion. I'm here to tell anyone how to experience variety of illusion. Многообразие. I am not here to tell you stories. Personality. You have misunderstood. I'm saying personality is there. Я говорю, что личность есть. I'm saying body is there. Тело тоже существует. World is there. Мир существует. Feelings are there. Переживания тоже Feelings are there. Чувства есть. But you are not who you are in reality. Но они не являются тем, кем вы являетесь на самом деле. Я личность не является мной. Нет. Это вашим подлинным. Это вашим подлинным. Я experiences. Есть переживания. And you are that. А вы являетесь all with experiences are occurring. Вы являетесь тем, на ком все эти переживания случаются, на чем. Вы являетесь тем сознанием, которое осознает эти переживания. Я знаю, что сознание, что сознание из меня вытекает. Я источник своего сознания. С какого места? Я не могу уточнить. Я тоже знаю, какое сознание течет. Да, с какого места оно у тебя вытекает? Место? То есть, получается, вы являетесь... Душа и сознание не одно и то же. Покажи мне свою душу. Хочу видеть. Покажи. Душа и сознание не одно и то же. Слушай, а разве душа и сознание не одно и то же? Сознание – это сознание, это природа души. Каждая душа обладает сознанием. I will tell you what the soul is. Deep sleep. Глубокий сон. What is in deep sleep? Что существует в глубоком сне? What is your experience in deep sleep? Что вы испытываете, что вы переживаете в глубоком сне? Что я переживаю? Где вы? Что вы испытываете? Я сплю сейчас. Да. Сейчас? Но вы говорите, что нет никакой души. Значит, вы я сейчас... конкретный вопрос. Вы когда-нибудь спали глубоким сном вообще? Что вы испытывали? Когда вы спите глубоким сном? Если я веду... как это называется? You will faint. Подождите. Am I right? Если я введу анестезию в ваше тело, ну как это? Насколько вы потеряете сознание? You lose body consciousness. Вы потеряете сознание тела. You lose consciousness of your body. Yes. And you lose consciousness of the world. Потеряете ли вы сознание мира в этот момент? Мир вы будете мир есть то, что я переживаю. Мир очень многогранен, и он не ограничивает этой планетой. My friend, you are running away from the question. Because you are too intelligent. That's your problem. Вы убегаете от вопроса. Вы слишком умны, в этом ваша проблема. It's a simple question. It's a practical question. If you faint, what do you experience? Что вы будете испытывать? Абсолютно я не могу потерять сознание. Я of являюсь источником сознания. Как я могу его потерять? Это как вы переливаете из кружки воду, переливаете просто ее из одной кружки в другую. Вы не можете ее потерять, она есть. Даже если она упадет в землю, она останется водой, и это сознание. Еще раз, я неправильно спросила. Если вы потеряете сознание тела, мы это по-русски говорим, если вы потеряете сознание. Я имею в виду, когда вы упадете в обморок. То есть, когда я теряю контроль над своим телом, да? Да. Когда вы падаете в обморок, что вы будете осознавать при этом? Какой ваш опыт? В зависимости от того, куда было направлено мое сознание, все то время. Если вы не будете смеяться, я скажу до конца. Весь тот опыт, который я переживал до момента, когда я потерял сознание над телом, направит мое сознание туда, где я буду его переживать в момент, когда я потеряю контроль над этим телом. Это как поезд, представьте, поезд летит, вот сознание подобно поезду, он летит.
И если вдруг уберут рельсы... Это ваша жизнь сейчас движется. Только потому, что вы хотите, чтобы я двигался в ваше сознание. Consciousness is not going anywhere. Then my consciousness, which I can't lose, will move in the direction which it was pointed. Then the parallel will be where I was pointing it all my life. Okay, very good. You go to the cinema shop. There is a white screen on the screen. Okay, white screen. And then there is a projection appears on the screen. And a train is going on the screen. To where the screen is going? The screen is consciousness. Это экран и есть сознание. It doesn't go or come anywhere. That is a problem. You have an idea of consciousness. У вас есть идея о сознании. Что такое сознание? Я переживаю свое сознание каждое мгновение. Who is experiencing consciousness? Кто переживает сознание? Who is a separate entity? Я переживаю. Кто это отдельная личность, которая испытывает, переживает сознание? Кто отдельная личность, которая переживает сознание? Кто? Что это за частица, которая переживает сознание? Я ее называю душа. На санскрите это не совершенство языка. На санскрите это называется атма. Что такое атма? Это и есть истинное я. Давайте это самое, до завтра. Аджит поджимает. And after a while, I recognized that feeling. Я узнал это состояние, это ощущение, это чувство. As what I know now as myself. Как то, что я знаю сейчас, как свою суть, свое истинное я. See, I knew that I was always enlightened. Я знал всегда, что я был просветлен. Everything was okay. Все было хорошо. Until spirituality came and spoiled the whole thing. Пока духовность не пришла и не испортила все. With knowledge. При помощи знания. Everything was okay until I was taken to the church. Все было хорошо, пока меня в церковь родители не привели. And then the priest was fighting with everyone, shouting everyone, calling everyone. И тогда этот священник, он там всех отчитывал, на всех ругался, всех, критиковал. Then everyone, they were sinners, they were going to go to hell, behave yourself. И все были грешниками, все отправитесь в ад, и ведите себя хорошо. He was the priest of my school. Он был священником в моей школе. Who after the sermon he used to get drunk drinking scotch, black level. Скотчем. Наш человек. My church was very strange. Моя церковь была очень странная. Because the priest was drinking the wine. Потому что wine. The wine. Потому что священник пил вино. To everyone he would give the bread, but to no one he would give the wine. Всем он раздавал хлеб. А вино никому не давал. I thought perhaps the Vatican is not sending enough wine. Я думал, наверное, Ватикан недостаточное количество вина присылает. So they have to control it. Должны это контролировать. So
просто шучу. Не умел материализовать, как Иисус Христос. Вино. А как материализация происходит, если можно объяснить с точки зрения вот, сознания? It happens. Это просто случается. It happens as spontaneous as your question. Это происходит так же спонтанно, как ваш вопрос. It happens as anything else. Это случается, это происходит так же, как все остальное. It just happens. Это просто случается. And there's nothing special about it. И в этом нет ничего сверхъестественного. There is no special manifestations. Нету какого-то особенного проявления манифестации. I'll give a small example. Я вам маленький пример приведу. And I will quote him again. Я опять его буду цитировать. He said, miracles он сказал, что чудеса are spontaneous divine manifestation. Это спонтанное божественное проявление. Spontaneous. Спонтанное. Something that arises. Что-то, что появляется. From nowhere. Появляется ниоткуда. And it happens in no time. И происходит вне времени. То есть bang, and it's there. Раз, и оно там. What is the universe? Что такое Вселенная? But a miracle. Если не чудо. Spontaneous divine manifestation. Спонтанное проявление божественного. That physical form is part of the miracle. It's a miracle. Это физическая форма, это часть чуда, это чудо. And still we're looking for a miracle. Все еще мы ищем чудо. Но ведь когда сатья сия баба что-то производит, оно то ли пепел, то ли какое-то украшение, то ли что-то другое, он как бы как по заказу получается, не просто спонтанно, а то, что надо в данный момент. Портрет определенный. It is spontaneous. It's no effort. Appears as if he's doing and making an effort. Кажется, что он прилагает какое-то усилие, там рукой движет так. Но на самом деле это происходит спонтанно, без всяких усилий. И свой портрет он может спонтанно так получать. His portrait, he also materialized spontaneously. This universe is a manifestation of consciousness. Это вселенная, это манифестация, проявленная божественно. What is so interesting with a piece of jewelry? Что ж такого особенного и удивительного в там каком-то украшении? I was in the interview room and I heard people asking the most silly things in that room. Я был в комнате вот на интервью со с вами и слышал, что люди там задают, просят самые глупейшие вещи. So if you consider him the avatar, если вы считаете его аватаром, and you have the opportunity to be in front of him, и у вас есть возможность быть напротив него, рядом с ним, the desire of desire has been fulfilled. Желание всех желаний исполнилось. What else do you want? Чего еще хотеть, желать? You are there. Вы там. You can experience him. Вы можете переживать, испытывать его. And yet, people are not happy. Все еще люди несчастливы. This is why he said, I will give you whatever you want. Поэтому он говорит, я дам вам все, что захотите. What do you want? Чего хотите? How difficult can be for God to give you whatever you want? Just like this and it's there. Как тяжело, как может быть тяжело Богу дать вам все, что вы хотите? Одно мгновение, оно уже есть. But what I came to give, nobody wants. Но он говорит, что то, что я пришел дать вам, никто не хочет. What to do? Ну что ж поделать? He was in the interview room. Он был в комнате для интервью. Holding a pile of letters from the lady side. Стопку писем держал со стороны там женщин. You know what? И он сказал, знаете что? All these letters. Все эти. Everyone is asking for a husband.
In all these letters, there is a desire. В каждом письме какое-то желание. But rarely you will read in that letter, I want liberation only. Но очень редко вы прочитаете в этом письме, я хочу только освобождение. You go to the interview room. Вы идете в комнату для интервью. And rarely anyone asks for spiritual guidance. И очень редко кто-то попросит духовного наставления. Everybody wants something or they want to know something. Все хотят чего-то или хотят что-то знать. Give me this or take away this from me. Дай мне это или забери у меня это. Or take away my sense of separation. Но забери у меня мое чувство отделенности. Rarely somebody asks that. Очень редко кто-то просит этого. He was in the interview room with my teacher. I call him my teacher. Он был в комнате для интервью с моим учителем. Я зову его учителем. But he was not my teacher. Но он не был моим учителем. I call him teacher. Я зову его учителем. He didn't have any students. У него не было учеников. He said, just for the records. Он говорит, просто для записи. Because teachers know that he has no student, teacher know that he is not teacher. Потому что учитель знает, что у него нет учеников, он знает, что он не учитель. But I call him because most of what I know. Но я называю его так, потому что stories, то, что я знаю, intellectual knowledge is coming from him. И какие-то истории, интеллектуальное знание пришло от него. And then Swami was holding a pile, there was a pile of letters like this. И тогда Свами опять держал там стопку писем. And he said to my teacher, pick one letter, choose one letter. И он сказал своему учителю, выбери любое письмо. Open it and read it to me. Открой и прочитай его мне. And when he was opened the letter, когда он открывал письмо, he was telling him what was written in the letter. Свами говорил ему, что было написано в письме. This letter says this, 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 and that. Это письмо говорит то, то, это. And it's written by so and so and so from such and such country. И это написано этим и этим с такой стороны. Yeah. Take another one. Следующее берите. And Свами was telling him, you know. И Свами ему говорил, что там было написано. And the Swami said, before they put nothing in that letter, I know already the content. Он говорит, до того, как они даже начинают писать это письмо, я уже знаю содержание. I am the one that is prompting the letter. Я тот, который провоцирует, ну, как бы создает это письмо. And then he said, then why do you get the letters at all? Он сказал, так зачем ты берешь эти письма? He said, to please them. Ну, чтобы ему угодить. Otherwise they will feel unhappy. Значит, они будут себя чувствовать несчастными. And this is the last story. Because stories are many, no? I cannot tell you all that. Ну, и говорит, это как бы на этом хватит истории, потому что их много. And this is related with something that happened yesterday. И это связано с чем-то, что случилось вчера. My teacher was alone with Swami in the interview room. Мой учитель был один со Свами в комнате интервью. And Swami was explaining to him the meaning of Tat Tvam Asi. И Свами объяснял ему значение Tat Tvam Asi. You are that. Ты есть то. Or I am that. Или я есть то. And in India, there is a costume to look into your teacher's eyes while he's talking. И в Индии есть такой обычай, ты смотришь в глаза учителю, когда он с тобой говорит. Which is natural. You acknowledge the other person. You look into someone's eyes and you talk to that person. И это естественно, ты как бы, когда ты говоришь с человеком, ты смотришь в его глаза, ты его как бы acknowledge. When you talk with somebody and that person is doing признаешь. And that person is doing like this or something. А если ты говоришь с кем-то, человек отводит глаза, поворачивается. That person is not there. Этого человека здесь нет. Тогда его нет. Ну как бы он не с тобой не общается, он не присутствует. I was speaking with this boy yesterday. Я вчера говорил с этим мальчиком, ну с этим. He was not listening. Он не слушал. When you listen, you acknowledge. Yes, tell me. Когда ты слушаешь, ты ну признаешь, что у человека, ты говоришь, ну да, скажи мне. And then you give a feedback. Are you trying to tell me this? I want to know if I understand, and I want you to know that I understand. Тогда ты как-то ну как-то реагируешь на то, что тебе говорят. Ты говоришь, ты мне это хочешь сказать? Я правильно понял? Ну вообще какой-то диалог тогда происходит. But in this world, no one is listening to anyone. Но в этом случае никто вообще не слушает. We are missing each other here. Мы разминулись. Anyway. Тем не менее.
After 15-20 minutes of talks or explanation, после 15-20 минут объяснений, my teacher said that somehow his attention fell upon his legs. He was sitting on the floor, cross legs. On his own legs or on his legs? No, on his leg, on the floor. Учитель сказал, как с вами 15-20 минут что-то говорил, говорит, как мое внимание, ну, как бы, посмотрело на пол. And then he noticed that his favorite fruit, an apple from Kashmir, was lying just sitting there on his lap. И он увидел, что его любимый фрукт, это яблоки кашмирские, яблоко лежало на его ноге. And he looked at it. Посмотрел на яблоко. And he says, how did this happen? Как это произошло? Nobody came to the room. Никто не пришел, не приходил в комнату. You haven't done anything? Ничего не делал. And apple is there. А яблоко... And somebody said, no, you know, you have been working and doing things and stay with me. You haven't had your lunch or tiffin or something, so I thought you weren't hungry. С вами сказал, ну ты, говорит, со мной столько времени сегодня провел, ты не обедал, я подумал, что ты голодный, и я тебе яблочко. And then... He thought in the put it in his pocket and share it with his family. Подумал, he's thinking. Я возьму это яблоко с собой и поделюсь с семьей. And he said, no. Сказал, нет. This is for you only. Это для тебя только. Eat it now. Сейчас съешь. Ешь сейчас. So there's no need. All this paraphernalia is just to for you to get attracted. То есть это даже нету никакой необходимости. You get enchanted and attracted by him, and then you start getting interest, losing interest in all these things, and getting interest in what he is talking about. Когда вы становитесь настолько, вас это удивляет, очаровывает, и вы все свое внимание направляете на него, вы настолько... Это так был как трюк. Вы настолько им зачарованы, что вы перестаете чем-то еще интересоваться. Вы хотите побольше с ним побыть, услышать больше от него, и тогда начинаете слушать его. Это говорит ловушка. Because we are enchanted by our senses. Потому что мы очень зачарованы своими ощущениями. And we are so attracted. And distracted by something else. И мы так увлекаемся и так distracted. Увлекаемся и отвлекаемся. The God has to come and make some tricks to call your attention. Своими этими чувствами, ощущениями, что Бог должен прийти и какие-то трюки сделать, чтобы твое внимание привлечь. And as a tiger. И как тигр. Will grab you by your neck. Хватит вас за шею. And then you can't escape. when the deer falls in the jaws of the tiger, it cannot escape. Когда олень попадает в пасть льву, он уже не может вырваться. Are you following? Олень или лань? No. The seeker is looking for God. Ищущий Бога. Seated on God's lap. Сидя на коленях у Бога. Why don't you stop seeking? Почему не перестать искать? So you can realize that you are there. Чтобы осознать, чтобы вы поняли, что вы уже там. As that itself. Как то, само по себе. There was a man who spent a lot of time with Baba. Мужчина, который много времени проводил с Бабой, со Свами. And he said to Baba, give me a mantra. И он сказал Свами, дай мне мантру. And Baba says, what for? Он сказал, зачем? Because I want to feel close to God. Потому что я хочу чувствовать себя ближе к Богу. And Baba said, how much closer do you want to be? Сколько ближе ты хочешь быть? Not only physically. Не только физически. No? But how far can you be from your own self? Как далеко ты можешь уйти от себя?
You are speaking because something is enabling you to speak. Вы говорите, потому что что-то позволяет вам говорить, что-то дает вам эту возможность говорить. And I am listening because the same power that is enabling you to speak is enabling me to listen. Я слушаю, потому что та же сила, которая позволяет вам говорить, это та же сила, которая позволяет мне слушать. So how far can we be from that power? Как далеко мы можем быть от этой силы? Как мы можем быть отделены от нее? Надо пережить эту силу. We have to experience that power. Are you experiencing it now? Вы сейчас ее переживаете? You are just speaking. Вы просто говорите. Because of that. Because of that power. Вы говорите при помощи этой силы. So your mind has to be quiet. Что ваш ум должен быть тихим. And then you feel it. Тогда вы чувствуете. So to speak, you feel it. Ну, так сказать, вы чувствуете это. But in reality, there is no you feeling it. На самом деле нет вас, который это чувствует. It is that that is feeling itself. Это то, что само себя чувствует. Because Caesar cannot feel a thing. Потому что Цезарь не может вообще ничего чувствовать. Caesar cannot feel it. Цезарь не может этого чувствовать. It is it who is feeling Caesar. Это то, что чувствует Цезаря. It is it who is living your life. Это то, что живет вашу жизнь. Проживает вашу жизнь. Получается, что у нас вообще не времени. Просветления нет никакого. Какое разочарование. Это почему мы должны говорить. Это то, почему мы должны говорить. I hate when the people sit there and look at me as I have something that you don't have, and there is like a distance between the speaker and the listener. I don't like it. Я терпеть не могу, когда мы сидим, вы, например, на меня смотрите, как будто у меня что-то такое есть, чего у вас нет. И вы просто думаете, сейчас я вам что-то дам, и смотрите на меня так. Говорит, я гораздо лучше, когда вот есть диалог. And all this paraphernalia, I don't like it. И вся вот эта вот суета вокруг, я этого не люблю. Мне не нравится. It's nice to know that if here some kind of understanding is happening. To see if 8 days of talk, 8 into 3 is 24 hours of talk, is getting anywhere. Хорошо бы знать, что 8 дней по 3 часа, 24 часа разговора к чему-то привели. I understand if mind is quiet, I also keep quiet. Я понимаю, что если ум тихий, то есть там нет никакого волнения, то тишина, и я говорю, тоже в тишине, все хорошо. Most of the time you don't have any question, have nothing to say. Большое количество времени, когда вы не задаете вопросов, мне нечего вам сказать. And I don't speak about this matter if somebody is not asking about it. Я об этом не разговариваю в повседневной жизни, если только кто-то об этом не спросит. Пока кто-то не спросит. Вы вообще удивляетесь, как можно так 8 дней об одном и том же говорить? I ask the same question to myself. Нет же никакой разницы, что он скажет.
Therefore, I do every day. For minimum 2-3 hours a day. Sometimes one day a week, a little bit of rest. But even when I say the same thing every day in a different way, perhaps. И даже если я говорю то же самое каждый день, может быть чуть-чуть разными способами. It comes with the same joy. Это все время приходит с той же радостью. It comes with the same aliveness, and for me it is always new and fresh. Это появляется, это поднимается с той же какой-то оживленностью, с той же радостью, свежестью. Для меня это всегда новое и свежо. Почему то, что проживает нашу жизнь, несчастным? Значит, долг несчастен? Why that what lives our life is not happy? It means that God is not happy. What makes you think that God is not happy? Почему думаете, что Бог несчастлив? Remain still for a while. Если вы останетесь в тишине немножко, какое-то время. You will see that a happiness will arise from within. И вы почувствуете, переживете, что счастье, оно просто захватит вас, поднимется изнутри. What is that happiness but God itself? Что является этой радостью, если не Бог сам? And who is feeling it? Tell me. И кто это чувствует, скажите мне. Nobody's happy with anything. No answer makes anyone happy. Женщина, кажется, недовольна твоим ответом. Она там обсуждает, он говорит, никто никогда не доволен ответами. Все чем-то недовольны. Появляется сразу новое несчастье. Yes. But how people want happiness from something that is going to come from somewhere. Люди хотят, как-то возможно, люди хотят счастья от чего-то, что извне придет и вот осчастливит. Or the guru will give it to you. Или гуру тебе это даст. Or here is the practice, the method, what you have to do to be happy. И это вот дать мне практику и какой-то метод, то есть что надо делать, это быть счастливыми. How can happiness be the object of your desire? Как счастье может быть объектом вашего желания? When happiness is who you are. Если счастье это то, кем вы являетесь. Like a fish in the water. Это как рыба в воде. Swimming in the water. Плавает в воде. Is looking for water. Ищет воду. Is feeling thirsty and dehydrated. И чувствует себя, что так пить хочет уже обезвожено. When the seeker is looking for the experience of the self, it's like the fish is looking for the experience of the water. Это когда ищущий ищет переживания истинного я, переживания Бога, это то же самое, как рыба ищет переживания воды. Этим ли пережить, что такое вода? Непонятно, кто переживает несчастье, если есть Бог? Кто несчастен? Рыба. Но рыбы же нету. Да. А кто несчастен тогда? Да, вода. That's the question. Это вопрос.
who is the one that is either happy or unhappy. Поясните, кто, поищите, кто этот, который, кто счастлив, кто несчастлив. There is happiness only. Есть только счастье. There is joy only. Есть только радость. There is no separate entity. Нет отделенной какой-то частицы, единицы. Called God or the individual that is experiencing it. Который мы называем Богом или индивидуум, который переживает этого Бога. It is it. Это есть то. But we want to understand this with the mind. Но мы хотим это понять умом. I know. But unhappiness itself will keep you looking for happiness. Но вот это несчастье, которое вы чувствуете, оно вас будет, ну, может, не вы. То несчастье, которое человек ощущает, оно будет его подталкивать искать счастье. Unhappiness alone will take you to happiness. Только несчастье вас приведет к счастью. У меня нет. Because out of frustration. Потому что от этой безысходности. You will stop seeking. Вы перестанете искать. And then you will be still. Тогда вы успокоитесь. Mentally still. Когда тишина, ментально устанавливается тишина. Складывается такое впечатление, что вот это чистое сознание, оно специально подталкивает человека к этим страданиям. В принципе, существует только лишь одно сознание, которое использует нас как форму для проявления, для сознания самого себя. И получается, что это сознание само же себя хочет познать и создает противоречие между непонятно чем и чем, если это одно и то же. То получается, что вот это одно и то же сознание все время создает вот эти игры. Мы здесь вроде бы вообще ни при чем. Но почему-то все время что-то чувствуем. Если бы не было сознания, не порождало этого и не порождало бы это как. What is surrender? Что такое вот это отдаться? What do you think? Что у вас нет? Your sense of separation. Это просто-напросто признаешь, что ты — это не ты. Ты просто самая форма, которая себя предоставила этому сознанию. Для того, чтобы оно в тебе проживало свою жизнь и играло в свои игры. А ты где-то в стороне от этого. And you're somewhere ahead of the aside from that. No. Не совсем. Не совсем. Ну, я понимаю, что не совсем, но... Что вы отдаете, потому что вы... To surrender a concept. То, что вы смиряете или вот отдаете, это своё, это концепцию. You surrender a thought. You surrender an idea. Идея. The idea that you are separate from consciousness. Идею, что вы отделены от сознания. Только эту идею вы. You surrender your mind. Вы отдаете свой ум. I, you surrender the I. Вы отдаете свое это я, что я как нечто отдельное, что действие. You offer yourself as food. Вы себя предлагаете как пищу. When you keep quiet, you put your head in the jaws of the tiger. Когда вы умолкаете, вы как будто свою голову кладете в пасть льву, тигру. Ну, это как популярные песенки, мы овощи для его бульона. In the song, that we are the vegetables for his soup.
И мы согласны быть этими вещами. Yes, and that is for a while. Because eventually, you don't know who is who. Yes, in the beginning is, but I am him. And then you don't know who is I and who is him. There is a so-called state of non-differentiation. Это состояние так называемого неразличения, когда вы не можете отделиться от этого. You don't know the difference between you and God. Вы уже не видите никакой разницы, не отделяете себя и Бога. Am I him? Him is me. Я он или он это я? Enlightenment is the most amazing confusion. Просветление — это самое удивительное замешательство. You know who is who, what is what. Кто есть кто, что есть что. А третье что? And the third one. There's no third one. Вы сказали первое, второе, потом третье, это что? And that's the second step. The last step. А последний шаг? Is when not even that really matters anymore. Когда даже это уже не важно. It is whatever. Все что угодно. Как есть, так и хорошо. С этого можно и начинать. Ну, мы тем старше он будет. Не кончается. Как в религиозном учении есть еще такое понятие, самое высшее духовное осознание, это осознание собственного ничтожества. Вот с этого начинаете, с этого можно начать, и тогда вообще ничего не делать. And every second is a beginning. И каждая секунда — это начало. And after that second is an end. И вот каждая секунда — это начало и конец. Moment after moment. Момент за секунду, момент за моментом. Life becomes an adventure. Жизнь превращается в приключение. You have no longer a map. У вас больше карты нет. You have no point of reference. Нет точки отсчета. You have no compass. Ни компаса. Ни плана, ни суждений. No plans, no judgment. Yes. Да. You have nothing. Ничего нет. Like a tourist. Как турист. Вы на днях сказали о необходимости жажды просветления для достижения. Как это связать с отсутствием желаний? Longing for liberation, yes. Да, говорит, жажда просветления. That is the first step. Освобождение. Это, говорит, первый шаг, жажда освобождения. Longing for liberation. Жажда освобождения. Longing for liberation brings the teacher. Жажда освобождения приводит учителя. Out of suffering, you shout. Из страдания вы начинаете кричать. Liberation. Освобождение. And the teacher comes. И учитель приходит. Yes, my dear, did you call me? Да, мой дорогой, ты меня знал? No, somebody's standing in that corner, no? Кто-то в углу там стоит. And he's facing the corner. Смотрит в угол. And the hands are on the wall. И руки на стенах.
and shouting, liberate me. И кричит, освободите меня, освободите меня. Take me out of here. Да выведите меня отсюда. And then when you shout loud enough, когда вы уже достаточно громко кричите, the teacher comes from behind. Учитель подходит сзади. I said, mister. Говорит, stop shouting. Перестаньте кричать. Just turn around. Просто повернитесь. And then you realize, oh my God. Когда вы поймете, о боже мой. There was never a third wall. Никогда не было третьей стены за дверью. I was always free. Я был всегда свободен. So if there is no bondage, there is no liberation, no? То есть, если нет оков, нет и освобождения. So first you need the longing for liberation. То есть, первый шаг – это жажда освобождения. Then the teacher comes. Затем приходит учитель, учение. And explain to you what's going on here. И объясняет, что здесь происходит. And then you have an understanding. Тогда у вас есть понимание. You understand the teachings. Вы поняли учение. Everything is one. Что все есть одно. How do you experience it? Как я это переживу? Be still. Будь в тишине. I can't. Я не могу. Who can't? Кто не может? See it. Посмотри на него. And when you see the seeker. Когда ты обращаешь свое внимание, ты пытаешься увидеть этого ищущего. When the meditator becomes the object of meditation. Когда медитирующий становится объектом медитации. Mind keeps quiet. Ум утихает. And in that quiet. И в этой тишине. You know the truth. Вы знаете истину. You just know it. Вы просто знаете ее. It comes by itself. Она приходит сама. It will take, it possess you, takes you by surprise. Она вас захватит. Как so it's like two trees. Это как два дерева. Growing in the forest against each other because of the wind. Которые трутся друг от друга из-за ветра. And then from it, from that growing, из-за этого трения, a fire arises. Огонь появляется. And then that fire, и тогда этот огонь, will consume the entire forest. Сожжет весь лес. And eventually that fire also disappears. И в конце концов, consumes itself. Этот огонь поглотит сам себя. И исчезнет. So the longing for liberation at the beginning is important. То есть в самом начале вот эта жажда освобождения, это важно. But when you understand what's going on here, it becomes an obstacle. Но когда вы уже понимаете, что здесь происходит, это становится препятствием. Because it's another desire from the mind. Потому что это очередное желание, которое исходит из ума. So that desire will take you to the desirelessness state. То есть это желание, которое приведет вас к состоянию отсутствия желаний. And the desirelessness state is experienced when you throw away also that desire. Состояние без желания — это состояние, когда вы отбрасываете даже это желание освобождения. You don't want anything. Когда вы не хотите ничего. The mind does not move. Ум не движется. There's no wave. Нету волн нет. The wave is merged in the ocean. Волна слилась с океаном. And it realizes it, I am the ocean itself. И она поняла, осознала, что я и есть сам океан. I am not experiencing the self, I am the self. Я не испытываю, я не переживаю истинное я, Бога. Я и есть то. So the first step, the first experience is like I am experiencing it. Первый шаг — это я это чувствую, испытываю. The next step is stop practicing, you are it. Второй шаг — перестань практиковать, ты есть то. That's who you are. Это то, кем ты являешься. You на самом деле. You got there already. Ты уже
понял, ты уже почувствовал. Sit down. Садись. Relax. Расслабься. And enjoy the rest of the ride. И наслаждайся своей жизнью до конца. Длиннее до конца дней этого дня. Да, наслаждайся путешествием. Так, ну мы еще вопрос. Yes, of course. Вот если, собственно, чистое сознание управляет нами, пользуется, собственно, нашим телом для то, в принципе, это же чистое сознание, сознание управляет всем обществом. То есть проводится жизнь свою через общество. И в том числе через все формы общества. Через политику, экономику, семейные институты и тому подобное. Через все проводит. Так вот получается так. Как же тогда вот человеку, который, даже будем говорить, все признает, если он признает, что чистое сознание, что это все игра чистого сознания. Так, и мы, в общем-то, уважаем это чистое сознание, считаем, что это мы. То каково отношение вот этого человека вообще к жизни общества? Любого человека. Считать, что это, в общем, нужно тоже игнорировать. Или смотреть, что здесь получается не как турист, потому что здесь уже общество вам не позволит не всегда быть туристом. What to do? Но вы все равно будете принимать участие. Жизнь заставит. Yes. Не все же могут уйти в пещеры, в отшельники, на горы. Ну и в общем-то получается. Я буду в этой жизни участвовать, но как турист. Это у него тур. From nowhere to nowhere. Из ниоткуда в никуда. Which is traveled by no one. When there is no ego, the question about society, tool, working, doing, and not doing, it will simply not arrive. Тогда вопрос об обществе, делать что-то, не делать, работать, не работать, просто не появится. Nothing really matters. Уже ничто не имеет значения. Because it is all an illusion. Потому что все это иллюзия. So what is there to be concerned or worry or even think about an illusion? Тогда зачем же беспокоиться или даже думать об иллюзии? You just allow illusion to be as it is. Вы просто позволяете быть иллюзией, как она есть. You are just not any longer on the illusion that it is real. Вы просто больше не пребываете в этой иллюзии, что это реально. Да, но мы же единое с чистым сознанием. Получается так, что мы берем и от этого общего единого сознания отделяемся. That is my point. Вот в этом мой We are one with pure consciousness. Мы одно с сознанием. Who is we? Кто это мы? Who is one with consciousness? Кто этот единый сознание? There is no I, there is no we, there is only consciousness. Нет ни я, ни вы, есть только сознание. First is I am one with consciousness. Первое это ощущение, что я единое с сознанием. That's for a while. Это только какое-то время. And then, oh my God. А потом, о боже мой. I experience consciousness. Я переживаю, я чувствую сознание. Oh my God. А потом, о боже мой. I am consciousness. Сознание. And there the game is over.
What I mean that you disappear is that you disappear as having separate existence. You realize that you as a person don't really exist. You as a person appear to be there. Вам кажется, что вы там. But you still keep your acting. Yes, of course. Конечно. Потому что куда ты денешься, все равно ты будешь жить. Просто-напросто отстранённо. От чего вы будете отстранены? How can you be distant from anything? Actually, the question about distance will not be there. Ну что, уже не будет этого ощущения дистанции. How far is anything from you? Как что-то от вас вообще может быть отделено? Everything is you. Потому что все это вы. Все является вами. Ну поэтому получается, что бы человек ни делал, он все равно находится в состоянии этого сознания. Да, я не говорю, вы говорите, но я вот пытаюсь на что жаловаться. Иначе не может быть. Yes. Whether somebody understands it or not, that person it is already self-realized. Whether the person knows it or not, it is consciousness. Ну, у меня просто такое впечатление, что что бы человек ни делал, I have this impression, whatever the person is doing, он все равно был и есть и будет частью этого сознания. He is, и поэтому как-то так вот уже от него отстраниться. Yes. Yes. Это уже все остальное, это лишь рассуждение и все слова. Но он все равно уже есть, был, есть и будет. И поэтому получается, хоть он и самое делает в обществе, хоть он не делает в обществе, он все равно он самое, он проявляет волю этого сознания. Yes. What did I do? Yes, what I'm doing is just confirming something that you will somehow realize it intuitively. Что-то, что вы каким-то образом осознаете, знаете интуитивно. Почему? Потому что обычно всегда говорят, вот этот путь хорош, вот этот путь нехорош, вот это самое, это занятие духовное, вот это не духовное. Что бы ты ни делал, ты все равно находишься там и больше не все равно ты там. And when you understand that, then you are in peace. Когда вы это понимаете, когда вы в конце концов это поняли, понимаете, вы в покое, в мире со всем, что есть. If you are in conflict with what is, если вы в конфликте с тем, что есть, then there is a problem. Тогда у вас проблема. Тогда проблема появляется. When you accept what is, а когда вы принимаете, что есть, and then there is peace. Тогда вы в покое. What is the universe for a desire? It's a thought that came from consciousness. No desire, no life. You will have perhaps less desires. Может, у вас будет меньше желаний. And life becomes simple. Жизнь становится очень простой. See, I'm translating this. Я теперь тебя перевожу. Life becomes simple. Становится простой. I feel like a cup of coffee. Я чувствую, что хочу чашечку кофе. You want to drink a cup of coffee. Ну идешь и
пытаешься получить свою часть. The difference is that if you get it or not, it would not be a problem. Разница только в том, что получишь ты всю свою чашку кофе или нет, проблем в этом не будет. Получишь или нет, you cannot все равно get it, покончишь. You don't feel bad. Если ты не получишь ее, все равно не будешь себя чувствовать плохо. And if you get it, а если получится выпить кофе, you don't feel proud. Ты не чувствуешь себя гордость. Очень гордым за то, что у тебя получилось. Because the one coin has two sides. Потому что у каждой монеты две стороны. So is the ego, no? Так же у эго. I feel either depressed because I failed. Я чувствую себя либо подавленным, потому что я не преуспел. Or I feel proud because I succeed. Или я чувствую себя гордым за то, что я преуспел. How cool I am. Какой крутой. I did it. Я сделал. See? And I will make sure that everyone knows it. Какой я молодец, я это сделал. Я буду. Я постараюсь, чтобы все об этом узнали. Bumping with each other. Сталкивающиеся друг с другом. In this infinite universe, that's all. В этой бесконечной вселенной, и все. Like ants. Как муравьи. Все так. These are all these atoms, protons, neutrons, electrons, molecules, spin, boom, boom, boom. Form. Сталкиваются, как-то движутся, появляется форма. It is all what is. Это все, что есть. Yes, yes. Что вы говорите еще? Фактически, если вы же говорите, что вот мы как муравьи бегаем, разбегаемся, тогда уже фактически мы уже не нужны как люди, мы просто какие-то частицы, микрофоны. Surrender. And everything will be provided. Отдайтесь, и все будет предоставлено. The sense of separation is what causes your anxiety, worry, stress. Чувство отделенности это то, что создает волнение, стресс, и так далее, негативные эмоции. You see what Jesus said? Это что Иисус сказал. Look at the birds and learn from them. Посмотрите на птиц и учитесь у них. They don't work. Они не работают. They don't stop. Запасы не делают. Они не делают запасы. And God provides for them. И Бог предоставляет им все. So, have you seen any bird? Вы видели когда-нибудь какую-нибудь птицу? At the moment of migration. В момент миграции. Holding a map. Которая делает карту. Okay, guys. We're going there. Видите куда? No, we're gonna take this route. Возьмем вот эту дорогу, эту дорогу полетим. Who is guiding that bird? Кто ведет эту птицу? The same that is guiding you. Тоже та же сила, которая ведет вас. Движет вами. Что движет эти птицы? Та же сила, что движет вами. I was watching a program the other day. How many kilometers this bird could fly? Remember? 10,000 kilometers, non-stop. Non-stop flying. Тут программу какую-то смотрел, что там птицы перелетают иногда 1000-2000 километров, не останавливаясь.